20 марта на сцене Большого зала Дворца культуры «Спартак» состоялась финальная игра школьной лиги КВН города Хасавюрт. Инициаторами конкурса выступило городское управление образования, имевшее цель поддержки творчески одаренной молодежи и возрождения школьной лиги КВН. Учим, где понравилось. Смотрите. А теперь скажи мне правду. Она же такая страшная. Ты красивее, чем она. Зачем ты ее хочешь достать? Честно говоря, мне нужна она. Но охрана мне нужна охрана. Но я увидел, как она дерется с собакой. Я сразу понял, что лучше охранника не найти. Каждая команда на сцене подчеркивала свою индивидуальность и старалась поразить жюри и зрителей уникальностью своих миниатюр. Участникам была дана полная свобода юмора и импровизации. В составе жюри известные участники высшей лиги КВН, обладатели многих муниципальных, республиканских и государственных наград. В их числе Али Алиев, Тимур Керимов, Шамиль Нухов и руководитель республиканской школы лиги КВН, специалист Министерства молодежи Республики Дагестан Марат Султанов, которые подошли к молодежному юмору со всей серьезностью. Смотрите, вот была ошибка у всех команд, вот дагестанизм. Убирайте весь этот дагестанизм, жиесть, похавать, вот это все. Вот это не должно быть в КВН. Я понимаю, у нас это любят, это, над этим смеются. А, так что на будущее, да, в следующем году. И еще, материала было много с высшей лиги, вот честно, вот что скрывать. Не берите оттуда. Вот есть же разные лиги, региональные, другие, которые мы не... А то мы проходим, смотрим то, что мы уже видели, и оцениваем актерскую игру. По итогам всех выступлений победителями стала команда школы номер 9 «Импульсы», второе место у команды школы номер 14, и бронза досталась команде школы номер 8. Далее победители поборются за звание лучших на республиканском этапе школьной лиги КВН. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».